Неполноценный обзор модуля на чипе тпс 400057. Заявленные характеристики, входное напряжение, 9,35 В. Выходное напряжение, 5 В. Выходной ток, 5 А. Выходная мощность, 25 ВТ. На плате есть три основных компонента, синхронный контроллер тпс 400057, СМД-дроссель сумы до 6 r 10509 1050 n 2 транзисторы толще БТК по 8053H. В даташите есть рекомендована схема подключения и она близко соответствует данной плате. С тестированием возникли проблемы. У меня нет нормальной нагрузки выше 3,5. А. Пришлось городить связку из электронной нагрузки плюс кусок нехромной проволоки. Наверху в каждом столбце указано напряжение от блока питания. Ее вход, напряжение отданное блоком питания. I вход, ток отданный блоком питания. W вход, мощность отданная блоком питания. U выход, напряжение на выходе с модуля. I выход, ток нагрузки на выходе с модуля. W выход, мощность на выходе с модуля. КПД, преобразование модуля. Показания напряжений снимались с контактов на плате. Ну и следом сгорел USB-тестер. Так как не рассчитан на такой ток. Шумы на выходе. В районе 120 метров вы они не меняются во всех диапазонах измерений. Печально, даже доделывать нечего. Частота ШИМ-263-1КХЗ. Нагрев, прогрел 5 минут на токе 4,35, а самым горячим оказался диод шотки. Переделка. Не люблю, когда на плате что-то сильно греется без особой необходимости. По этой причине диод выпыл и поставил перемычку. Он нужен только как защита от неправильного подключения, переполюсовки. Лично мне он не нужен. Прогрел 30 минут на токе 3, 5, а так уже намного лучше. Равномерный нагрев, максимальная температура 57,6 градуса, очень порадовало. Но этот модуль я изначально покупал не для 5 вольт. Мне от него нужно стабильное 3, 3 в притоке 6, а покурив немного инструкцию и разглядывая плату, был найден нужный резистор. И формула его расчета, на плате он помечен как R14 номиналом 1, 6 кейом. Зачем эти формулы? Припаям наугад, а если не получится, тогда и посчитаем как правильно. Выпаял его и припаял подстроечник на 5 ком. В итоге получил регулируемый понижающий модуль. Диапазон напряжений от 0, 8-8 вольт. Потом регулятор заменил на SMD-резистор или маленький многооборотистый подстроечник. Для получения 3-3 вольта выставил сопротивление 2. 65 ком можно просто заменить на 2-7 ком. Но последовательность была немного другая. Первым делом впаял подстроечник, а потом же смотрел на тепловую карту. Но не суть. На 3-3 электронная нагрузка стала еще хуже работать. Намотал еще проволоки, светло-желтым помечены поля, где нагрузку давал буквально на пять сек. Две последних нагрузка по пяти минут. В общем, картина меня вполне порадовала, блоки полностью оправдали мои ожидания. Но я не смог выжать с него все возможности. Да, амперметр мне показывал более десяти, а, но как долго плата сможет выдержать, непонятно. Проволока начинала светиться, и появлялся шум от дросселя. Без хорошей электронной нагрузки нормальное тестирование не получится сделать. Сегодня заказал плату на 150 ватт, но пока она придет. И придет ли? Потом дополнил обзор, а может и нет, если к тому времени коллеги не запилят уже нормальный обзор, а не этот выкидыш. Доработка заключалась только в замене резистора для регулировки выходного напряжения, удаление диода по желанию. Можно еще поставить не силовой выключатель так как контроллер имеет софт-старт. При цене в тильда стоер, и таких характеристиках, этот блок просто подарок и не имеет конкурентов. На этом все. 2019. 01. 30. Дополнение. Приехала электронная нагрузка на 10, а я очень удивлен результатом. Ток на выходе в 10 одержит. Просадка 100 метров, пульсация 200 метров, температура 120+. плюс. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.